Приветствую вас на канале Банковский. В нашем обзоре кредит под залог недвижимости от банка Уралсиб. Банк пытается привлечь клиентов максимальной суммой займа до 6 миллионов рублей, относительно неплохой ставкой 11,49% годовых, ну и сроком до заключения договора до 15 лет. Указывается, что до 60% от стоимости недвижимости может стать вот тем самым кредитом, да, то есть получается, что, чтобы нам определить примерно сумму, да, кредита под залог, нам необходимо, соответственно, оценить нашу недвижимость, в данном случае квартиру, и если ее стоимость, например, там, миллион рублей, условно говоря, да, то значит 60% от стоимости мы можем получить в виде кредита, то есть, соответственно, 600 тысяч рублей. Итак, значит, банк здесь, вот что мне сразу не очень понравилось, что банк не опубликовал документ с тарифами. Обычно вот по любому кредитному продукту, начиная там от карты дебетовой какой-нибудь и заканчивая кредитами, банк вот здесь внизу в разделе «Тарифы» выкладывает документ, именно тарифы там по конкретному виду кредита. Ну, в данном случае ипотека под залог квартиры. Здесь такого нет. Здесь ипотека какая-то для семей с детьми идет. То есть другие продукты, которые не касаются данного. Поэтому, как бы, придется опираться только на ту информацию, которая есть на данной странице. Ну, вот, в частности, есть калькулятор кредита, который помогает нам, значит, просчитать предварительно. Но опять же, не могу сказать, что этот калькулятор уж очень эффективен, но вот здесь процентная ставка все-таки меняется. Если я добавляю какие-то позиции убираю, вот максимальная, видите, ставка 15,49. Если я залог квартиры в таунхаусе, да, то есть в залог даю квартиру в таунхаусе, являюсь ИП или собственником бизнеса, или отказываюсь от страховки, соответственно, ставка повышается. Но это все равно не совсем то, потому что ставка плавающая, и неплохо было бы узнать не только минимальную ставку, но и максимальную. И, соответственно, вот в этом диапазоне пытаться какие-то расклады формировать с помощью калькулятора. Здесь мы максимальную ставку не знаем, на рекламной странице ее нет, а отдельного документа с тарифами, как я уже упомянул, банк не выложил. Значит, взять этот кредит можно относительно легко, да, потому что совсем легко не получится, это нужно регистрировать залог, но в данном случае подаете заявку, да, без справок и подтверждения дохода, узнаете решение, ну и дальше уже идет процесс оформления. Вот здесь просто получаете кредит, это не проходит, да, то есть вы приходите с какими-то документами, банк вам предлагает принести еще какие-то документы, там оценку произвести, на это нужно время в любом случае. Поэтому вот если складывается впечатление, что это кредит какой-то быстрый такой, имейте в виду, что это не так. То есть оформление может занять недели по факту, да? Хотя предварительное одобрение вы можете получить за несколько минут, подав электронную заявку. Кто может претендовать на данный кредитный продукт? Гражданин России, зарегистрированный, да, на территории, в возрасте от 18 лет, вот это плюс, да, в том плане, что многие банки ограничивают возрастом с 22 лет, с 23 лет. Максимальный возраст не должен превышать 70 лет. Стаж на последнем месте работы от 3 месяцев. И может данный кредит взять в том числе ИП, но с более высокой ставкой. Условия предоставления кредита, это мы уже поговорили. Ну, кстати, вот здесь срок от 1 года до 15 лет. Срок рассмотрения заявки пишут 3 рабочих дня, но это здесь нюанс при условии предоставления всего пакета документов. А так, как правило, не бывает, потому что сделать правильную оценку... Не, ну если вы, допустим, уже имели дело с такими кредитами, или, допустим, у вас знакомые есть в Уралсибе, что они вам все четко рассказали, какие именно нужны документы, как сделать оценку, как что, и вы все это заранее сделали, обычно так не делается, то тогда 3 рабочих дня. Ну а так вы будете доносить еще какие-то документы, делать еще дополнительные какие-то, может быть, экспертизы, поэтому вот этот момент надо учитывать.
Местонахождение залога не во всех населенных пунктах, только в тех, которые перечислены. Это, пожалуй, ключевой момент здесь, потому что претендовать на данный кредитный продукт не могут граждане, которые проживают в городах за пределами указанного перечня. Ну и здесь еще можно посмотреть документ, который, как бы, список документов для рассмотрения предмета залога. То есть это вот по квартире, там, земельному участку документы, да, то есть можете заранее их посмотреть, но опять же, без дополнительных пояснений подготовить все необходимое, ну, не всегда просто, не все это могут, поэтому я бы посоветовал все-таки находиться в контакте с менеджером банка, да, который сопроводит сделку, ну и, соответственно, который вам подскажет, что предоставлять, в какой срок, то есть куда обратиться лучше, чтобы ускорить процесс, ну и так далее. Также могут вас ждать дополнительные расходы, которые банк тоже здесь не опубликовал, поэтому будем уже по факту, да, если вас заинтересует данный кредитный продукт, будете уже по факту узнавать, что сколько стоит дополнительно. Имеется в виду там справки всевозможные, выписки, имеется в виду, которые делает банк, ну и так далее. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, и удачи вам!